Так, иду на спуск другой дорогой, тропинкой. Оставляю сбоку свою дорогу. Вот. Ну, здесь, надо сказать, водится пума или горный лев, или mountain lion по-английски. Хотя вероятность встречи с ним здесь мала. Хорошо. Вот. Ну, если встретимся, сделаем вид, что не заметили друг друга, и разойдемся. Спасет нас усердная молитва. Вот. Мы поймем, что мы друг другу не враги. Здесь такой живности нет, чтобы мы здесь ходили. Вот, ходить на олени, горные козы, где добыча. Вот, значит, он где-то ниже будет. Так что вероятность встречи с ним нету. Флору я видел, вот фауну я видел. Каких животных, оленей, косули, медведи, енота я здесь не видел. Видел двух воронов. Старых знакомых, может быть, которых я зимой подкармливал колбасой, мясом, хлебом. Обычно наши вороны смелее бывает, а эти как-то шугались. Вороны неактивно подбирали орехи. Они подождут, пока я ушел. Они соберут их. Так вот. Так. Я планировал еще поехать куда-то. Неужели тут пожар не помешает? Знать бы, в какой стороне он. Точно. Вот. Сейчас я могу сориентироваться. Так, вообще-то где-то у меня по пути, но в стороне от дороги. Да. Ну что, давно дождей не было, в горах сухо все, ельник быстро воспламеняется, что может негативные туристы и само что-то может разрядить. Вот. На дороге лежит палка, значит, надо убрать камень с дороги, никто не споткнулся. До встречи внизу. Вот маска закрывает внизу. Что здесь она мне не нужна. Здесь я буду на людях. Я ее надену. Хотя я больше никуда не пойду. Поеду уже готовить себе место для стрельбы из лука. Надо приготовить мишень. Это поставить хорошенько. Вот. Какое-то ровное место или поляну, что-нибудь такое. И можно будет, никому не мешая, пострелять. Попробуем, посмотрим. Вот. Хотел взять велосипед горный и забыл. В следующий раз. До встречи и привет подписчикам, производителям клуба российских изобретателей во главе с Асланбеком, командором. Салам алейкум.